Привет, друзья! Сегодня мы хотели бы вам показать схему вязания красивого платья крючком. Перед вами нарядное платье, связанное из золотой пряжи. Под платьем длинное трикотажное черное платье-майка. Можно одевать и платье с бретелями. Ну что ж, не будем терять время, приступим к разбору узоров. Платье состоит из трех видов цветочных мотивов. Цветочный мотив 1, цветочный мотив 2 и цветочный мотив 3. Сегодня мы будем вязать первый цветочный мотив. Начнем! Свяжем первый цветочный мотив. Схема перед вами. Размер первого цветочного мотива 15 на 15 сантиметров. Нам необходимо связать цепочку из 10 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. С помощью соединительного столбика замкнем цепочку в кольцо и сразу же спрячем хвостик. Приступаем к вязанию первого ряда. Он состоит из 24 столбиков без накида. Схема вязания перед вами. Свяжем одну воздушную петлю подъема и вяжем столбики без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Теперь соединительным столбиком в первую воздушную петлю подъема объединим первый ряд. Первый ряд готов. Приступим к изготовлению второго ряда. Он состоит из 8 столбиков с накидом и 3 воздушных петель между ними. Перед вами схема вязания второго ряда. Вяжем 3 воздушные петли подъема. Раз, два, три. Они заменят нам первый столбик с накидом. 3 воздушные петли. Раз, два, три. Пропускаем 2 петли предыдущего ряда. То есть пропускаем 1 столбик без накида, 2 столбик без накида и в 3 столбик без накида вяжем столбик с накидом. Раз. Готово. Далее 3 воздушные петли. Раз, два, три. И столбик с накидом. Пропускаем петельку. Раз, два. И в 3 вяжем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Раз, два, три.
столбик с накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик с накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик с накидом, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, столбик с накидом. Далее продолжаем. 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и столбик с накидом. Заканчиваем второй ряд. Вяжем 3 воздушные петли, 1, 2, 3 и в третью воздушную петлю подъема соединительный столбик. Второй ряд готов. Приступим к изготовлению третьего ряда. Он состоит из 7 столбиков с накидом над каждой аркой предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Над следующей аркой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Схема вязания перед вами. Вяжем 3 воздушные петли подъема. Они заменят нам первый столбик с накидом. 1, 2, 3. Дальше столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. Столбик с накидом 4. Столбик с накидом 5. Столбик с накидом 6 и столбик с накидом 7. Готово. Над следующей аркой 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. В следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Продолжаем таким же образом. 7 столбиков с накидом в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Следующие 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот что у нас получилось на данном этапе. Еще 2 арки осталось. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. И последняя арка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Теперь вяжем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Раз, два, три. Готово. Вяжем четвертый ряд. Он состоит из 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Между которыми 5 воздушных петель. Далее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И 5 воздушных петель. Схема вязания перед вами. Свяжем 3 воздушные петли подъема. Раз, два, три. Они заменят нам первый столбик с накидом. Далее. Второй столбик с накидом. 2. Третий столбик с накидом. 3. Четвертый столбик с накидом. 4. Пятый столбик, шестой столбик и седьмой столбик. А теперь мы свяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Снова 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Снова 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7 и 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пять воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 6 и 7. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. 4-й ряд готов. Приступим к изготовлению 5-го ряда. Внимание! В 5-м ряду мы будем присоединять мотивы друг к другу. Сейчас мы 5-й ряд провяжем полностью для того, чтобы разобраться с узором. 5-й ряд состоит из 7 столбиков с накидом с общей вершиной. Далее 6 воздушных петель, столбик без накида, 6 воздушных петель. Схема вязания 5-го ряда перед вами. Три воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Далее вяжем столбик с накидом, но не довязываем его до конца. Петля остается на крючке. Также вяжем третий столбик, захватим нить, протянем рабочую нить сквозь две нити, и петля останется на крючке. Четвертый. Захватим нить. 1. Захватим нить. 2. 5-й столбик. 1, 2. 6-й столбик. 1, 2. 7-й столбик. Сделаем накид. Протянем нить. 1 и 2. Теперь 7 петель находятся на крючке. Захватим крючком рабочую нить и протянем ее сквозь образовавшиеся петли на крючке. Далее 1 воздушная петля и затянем ее. Лепесток готов. Таким же образом вяжем далее. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида над аркой предыдущего ряда.
6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Захватим рабочую нить, протянем ее сквозь 7 петель на крючке, 1 воздушная петля и 2 лепесток готов. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова делаем лепесток. 7 столбиков с накидом с общей вершиной. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Захватим рабочую нить и протянем ее через 7 петель. 1 воздушная петля. Готов 3 лепесток. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Приступаем к вязанию 4 лепестка. 7 столбиков с накидом с общей вершиной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Захватим рабочую нить и протянем ее сквозь 7 петель на крючке. 1 воздушная петля, 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 столбиков с накидом с одной общей вершиной. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Захватим рабочую нить и протянем ее сквозь петли на крючке. 1 воздушная петля. У нас готово 1, 2, 3, 4. 5 лепестков, осталось еще 3. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Захватываем нить и протягиваем петлю сквозь все петли на крючке. Одна воздушная петля. Далее 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик без накида. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 столбиков с накидом с одной общей вершиной. 1. Простите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Захватим рабочую нить. Протянем ее сквозь петли на крючке. Одна воздушная петля. Затянем ее хорошенько. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 столбик без накида. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем последний. 8 лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Захватим рабочую нить, протянем ее сквозь петли на крючке. 1 воздушная петля, 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 столбик без накида, 6 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединительный столбик в вершину лепестка. Теперь вытянем еще одну петлю, обрежем нить, затянем хвостик, перевернем работу на изнаночную сторону и спрячем хвостик. Мы рекомендуем всегда это делать сразу. Замаскируем его хорошенько, чтобы он не вытянулся. Излишек срежем. Ну вот и все, дорогие друзья. Первый цветочный мотив готов. Легко и просто. Сделай сам. Пишите нам. С удовольствием мы ответим на все ваши вопросы. С уважением, канал Handmade TV.